Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. 82 ряд. Соединительная петля в следующую арку 3 петель, 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, и 2 столбика с одним накидом, незавершенные, сюда же, в эту же арку. 3 петли провязываем вместе. 3 воздушные и 3 столбика с одним накидом с общей вершины в эту же арку. Четыре петли вместе. Здесь у нас 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И здесь мы выполняем так же, как в предыдущем ряду. В каждый столбик вяжем по одному столбику с одним накидом. И между всеми столбиками по одной воздушной петле. Одна воздушная, накид, столбик с накидом в следующий столбик. Одна воздушная, столбик с накидом в следующий. Одна воздушная. Провяжем вот эти все столбики самостоятельно. Итак, провязали все столбики, между ними по одной воздушной. После последнего столбика выполняем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в арку 3 воздушных петель мы провязываем нашу группу столбиков с общей вершиной. Четыре петли вместе. 3 воздушные и 3 столбика с одним накидом с общей вершины в эту же арку. Здесь выполняем 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И здесь выполняем нашу группу столбиков с общей вершины. 3 воздушные и 3 столбика с одним накидом с общей вершины сюда же. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем в этом месте выполняем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот это все мы пропускаем, и уже раппорт повторяется. Вяжем в следующую арку 3 воздушных петель нашу группу столбиков с общей вершиной. 3 воздушные и 3 столбика с общей вершины сюда же. В этом месте 8 воздушных. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Далее опять группы столбиков с общей вершины. 7 петель. И здесь у нас идет 16 столбиков с одним накидом. И между ними по одной воздушной петле. Так же, как в предыдущем ряду. Вяжем таким образом ряд до конца. 83 ряд. Соединительная петля в следующую арку 3 воздушных. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. И еще 2 столбика с одним накидом, незавершенные, сюда же, в эту же арку. 3 петли на крючке провязываем вместе. 3 воздушные. И 3 столбика с одним накидом с общей вершиной, сюда же, в эту же арку. 4 петли на крючке вместе. Здесь провязываем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И здесь мы также вяжем в каждый столбик по столбику, только теперь между столбиками у нас будет 2 воздушные петли. Провязываем столбик с одним накидом в следующий столбик с накидом, 2 воздушные, и столбик с одним накидом в следующий столбик. Опять 2 воздушные, столбик с накидом в следующий столбик. И так провязываем все эти наши 16 столбиков с накидом, и между ними делаем по 2 воздушные. Провяжем вот это место вот так самостоятельно. И так провязали все наши столбики. После последнего выполняем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И здесь в арку 3 воздушных петель провязываем нашу группу столбиков с общей вершины, как обычно. Три петли, 3 столбика с общей вершины сюда же. Здесь у нас остается также 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
И здесь идет у нас группа с общей вершиной. Три петли и три столбика с общей вершиной сюда же. Затем сразу же после этой группы без всяких воздушных петель вот в эту арку из 6 петель выполняем столбик без накида. Затем сразу же после этого столбика без накида в арку 3 воздушных петель мы уже провязываем нашу следующую группу столбиков с общей вершиной. Три петли и три столбика с общей вершины в эту же арку. То есть здесь, в этом месте, наши группы столбиков соединяются. Вот так. Затем у нас идет 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И тут опять идет наша группа столбиков с общей вершиной. 7 петель. И здесь выполняем в каждый столбик по столбику с накидом и между всеми столбиками по 2 воздушные петли. Вяжем таким образом ряд до конца. 84 ряд. Соединительная петля в следующую арку 3 петель. 3 воздушные, как первый столбик с одним накидом. И 2 столбика с одним накидом, не завершенные, сюда же в эту же арку. 3 петли вместе. 3 воздушные. И 3 столбика с одним накидом с общей вершины, сюда же в эту же арку. Затем в этом месте выполняем 8 воздушных петель. Было 7, теперь по 8 всегда будет. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 8 петель. И выполняем столбик без накида в арку 2 воздушных петель. Самую первую, которая. И здесь мы уже начинаем вывязывать наш ананас. 3 воздушные. 1, 2, 3. Столбик без накида в следующую арку 2 воздушных петель. Опять 1, 2, 3. В следующую арку столбик без накида. И таким образом провязываем вот здесь все вот эти арки по 3 воздушные петли и столбики без накида. Вот это место вот так до конца, здесь самостоятельно. Итак, провязали все арки по 3 воздушные петли. Их у нас здесь должно получиться 14 арок по 3 воздушные петли. После последнего столбика без накида мы здесь выполняем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И в следующую арку 3 воздушных петель мы здесь уже провязываем нашу группу столбиков с общей вершиной. Три петли и три столбика с общей вершиной с одним накидом сюда же в эту же арку. Здесь в этом месте выполняем также 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в следующую арку 3 воздушных петель мы провязываем 3 столбика с одним накидом с общей вершины. 4 петли провязываем вместе. Затем выполняем 1 воздушная петля. И в следующую арку 3 воздушных петель провязываем также группу. То есть вот это мы пропускаем здесь столбик без накида. И провязываем в следующую арку 3 петель 3 столбика с одним накидом с общей вершины. То есть в этом месте вот так получается. Мы уже так вязали, у нас здесь группы вот эти соединяются. Затем у нас идет 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И у нас уже раппорт повторяется. Провязываем наши группы столбиков с общей вершиной, 3 петли между ними. Здесь у нас по краям по 8 петель теперь. И тут провязываем наш ананас в каждую арку 2 воздушных, столбики без накида и между столбиками арки по 3 воздушные петли. Вяжем таким образом ряд до конца. 85 ряд. Соединительная петля в следующую арку. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. 2 столбика с одним накидом, незавершенные сюда же в эту же арку. 3 петли вместе, 3 воздушные. И 3 столбика с одним накидом с общей вершины сюда же в эту же арку. Затем в этом месте выполняем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. И здесь уже пошли наши арки ананаса. В арку 3 воздушных петель выполняем столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида в следующую арку, 3 воздушные, столбик без накида в следующую. И так провязываем вот эти все арки по 3 воздушные петли. Итак, провязали здесь все арки, их должно у нас здесь получиться 13 арок по 3 воздушные петли. После последнего столбика без накида выполняем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в следующую арку 3 воздушных петель мы провязываем нашу группу столбиков с общей вершиной. Четыре петли вместе, 3 воздушные и 3 столбика с одним накидом с общей вершины сюда же, в эту же арку. 4 петли вместе. В этом месте выполняем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И выполняем столбик без накида в арку одной воздушной петли. Вот между вот этими группами столбиков. Вот так, столбик без накида. Все, далее опять 9 воздушных. 1, 2, 3, 1, 2, 3 и 1, 2, 3. 9 воздушных петель. И у нас уже раппорт повторяется. Мы выполняем в арку 3 воздушных петель нашу группу столбиков с общей вершиной. А затем у нас идет вот этот наш ананас. Вяжем таким образом ряд до конца. 86 ряд. Соединительная петля в следующую арку 3 воздушных, 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, и 2 столбика с одним накидом, незавершенные сюда же в эту же арку. 3 петли вместе, 3 воздушные и 3 столбика с одним накидом с общей вершиной сюда же в эту же арку. 4 петли вместе. В этом месте выполняем 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И здесь провязываем наши арки ананаса. В арку 3 воздушных петель столбик без накида, 3 воздушные, столбик без накида в следующую арку. И таким образом провяжем вот это все место самостоятельно. Выполняем просто арки по 3 воздушные петли и столбики без накида. Вот до конца этого ананаса. Итак, провязали все арки по 3 воздушные. У нас их должно получиться 12. После последнего столбика без накида мы выполняем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 1, 2, 3, 4. 8 петель. И в арку 3 воздушных петель провязываем наши группы столбиков с общей вершиной. Четыре петли провязываем вместе, 3 воздушные и 3 столбика с одним накидом с общей вершины в эту же арку. 4 петли вместе. В этом месте выполняем 17 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Это 10. 1, 2, 3, 4, 5, это 15, и 1, 2, 17 воздушных петель. И вот это все мы здесь пропускаем, и у нас уже раппорт повторяется. Выполняем накид, и в арку 3 воздушных петель провязываем наши группы столбиков с общей вершиной. Затем 3 воздушные, 3 столбика с общей вершиной в эту же арку. 8 воздушных петель. Потом и провязываем наш ананас. Все, затем 8 петель и уже арки ананаса. То есть вот такой у нас будет ряд. Вяжем таким образом до конца. 87 ряд. Соединительная петля. Следующую арку 3 воздушных. 3 воздушные петли подъема. Как первый столбик с одним накидом и 2 столбика с одним накидом. Незавершенные сюда же в эту же арку. 3 петли провязываем вместе. 3 воздушные. И 3 столбика с одним накидом с общей вершины сюда же, в эту же арку. 4 петли вместе. Далее 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4.
Раз, два, три, четыре. И здесь провязываем наш ананас в арку 3 воздушных петель, столбик без накида, 3 воздушные, столбик без накида в следующую арку. И провязываем таким образом здесь все арки по 3 воздушные петли и столбики без накида вот до конца ананаса. Итак, провязали все арки, у нас их здесь 11. Далее, после последнего столбика без накида 8 воздушных. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, 4, 8 воздушных. И здесь в арку 3 воздушных петель провязываем наши группы столбиков с одним накидом с общей вершиной. 4 петли вместе, 3 воздушные и 3 столбика с одним накидом с общей вершиной сюда же, в эту же арку. 4 петли вместе. В этом месте выполняем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 8 воздушных петель. И в эту большую арку выполняем столбик без накида. Затем опять 8 воздушных. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И у нас уже раппорт повторяется. Накид в следующую арку 3 воздушных петель. Мы уже провязываем наши 3 столбика с одним накидом с общей вершины. 4 петли вместе, 3 воздушные и 3 столбика с одним накидом с общей вершины сюда же, в эту же арку. Все, далее у нас опять 8 воздушных и идут арки ананаса. Все, вот что у нас получается в этом ряду. Вяжем таким образом до конца. 88 ряд. Соединительная петля в следующую арку. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. И 2 столбика с одним накидом незавершенные сюда же, в эту же арку. 3 воздушные. И 3 столбика с одним накидом с общей вершиной в эту же арку. Восемь воздушных петель. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И здесь мы провязываем наши арки ананаса. В арку 3 воздушных петель столбик без накида. 3 воздушные. Столбик без накида в следующую. 3 воздушные. Все как обычно. Провязываем сейчас здесь ананас вот до сюда. Итак, провязали наши арки 3 воздушных петель. Их у нас здесь 10. После последнего столбика без накида выполняем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь выполняем наши столбики с одним накидом с общей вершиной в арку 3 воздушных петель. 3 воздушные и 3 столбика с одним накидом с общей вершиной в эту же арку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И сразу же в следующую арку 8 петель выполняем столбик без накида. Затем выполняем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида в следующую арку 8 воздушных петель. Теперь 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И у нас уже раппорт повторяется. В арку 3 воздушных петель мы уже провязываем наши группы столбиков с общей вершиной. 3 петли. И 3 столбика с общей вершины сюда же, в эту же арку. Далее 8 воздушных и наши арки ананаса. То есть ананас мы вяжем все так же, как и раньше вязали. А здесь у нас получается крайние 2 арки по 7 петель. А средняя арка 6. 7 петель, 6, 7. Все, вяжем таким образом ряд до конца. 89 ряд. Соединительная петля в следующую арку 3 воздушных петель. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, и 2 столбика с одним накидом с общей вершины сюда же, в эту же арку. 3 петли провязываем вместе. 3 воздушные и 3 столбика с одним накидом с общей вершины в эту же арку.
4 петли вместе. Здесь у нас также остается 8 воздушных. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И здесь мы провязываем наши арки по 3 воздушные петли. В следующую арку 3 воздушных. Столбик без накида. 3 воздушные. Столбик без накида в следующую арку, 3 воздушные, и таким образом провяжем вот это место самостоятельно. Провязали все арки 3 воздушных петель, их у нас здесь 9. В этом ряду также выполняем 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И здесь выполняем в арку 3 воздушных петель наши группы столбиков с общей вершиной. Петли провязываем вместе, 3 воздушные и 3 столбика с одним накидом с общей вершины сюда же в эту же арку, все как обычно. 4 петли вместе. В этом месте выполняем 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, и сразу же в следующую арку выполняем столбик без накида. Опять 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида в следующую арку. Опять 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида в следующую арку. И 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующую арку 3 воздушных петель мы уже провязываем наши столбики с одним накидом с общей вершиной. То есть здесь у нас уже раппорт повторяется. Все, далее я здесь уже довяжу, то есть продолжаем вязать ряд таким образом до конца. Ананас у нас остается все точно так же, а в этом месте у нас 4 подряд арки по 6 воздушных петель. Все, вяжем так до конца. 90 ряд. Соединительная петля в следующую арку 3 воздушных, 3 воздушные петли подъема как первый столбик с одним накидом и 2 столбика с одним накидом незавершенные сюда же в эту же арку. 3 петли провязываем вместе, 3 воздушные и 3 столбика с одним накидом с общей вершины в эту же арку. 4 петли провязываем вместе. Здесь у нас 8 воздушных. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 8 петель. И здесь у нас пошли арки по 3 воздушные петли. В следующую арку 3 петель выполнили столбик без накида, 3 воздушные. Столбик без накида в следующую арку. И провяжем вот эти все арки самостоятельно. Провязали все арки 3 петель. У нас их здесь уже 8 штук. Затем у нас 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь провязываем наши группы столбиков с общей вершиной в арку 3 воздушных петель. 4 петли вместе, 3 воздушные. 3 столбика с одним накидом с общей вершины в эту же арку. 4 петли вместе. И здесь у нас пошли арки по 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида сразу же в следующую арку. 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида в следующую. И здесь у нас в этом ряду будет 5 таких арок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида в следующую. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида в следующую. И последнее. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И здесь у нас уже в арку 3 воздушных петель идут наши столбики с общей вершины. То есть здесь вот 1, 2, 3, 4, 5 арок по 6 петель. И ананас у нас все точно так же. Вяжем таким образом ряд до конца. 91 ряд. Соединительная петля в следующую арку 3 воздушных. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. И 2 столбика с одним накидом, незавершенные, сюда же в эту же арку. 3 петли вместе, 3 воздушные. 3 столбика с одним накидом с общей вершины в эту же арку. 4 петли провязываем вместе. В этом месте у нас все точно так же. 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, и здесь провязываем 7 подряд арок по 3 воздушные петли. Выполнили столбик без накида, в следующую арку 3 воздушных, 3 воздушные, и провязываем арки по 3 воздушные петли. Провязали 7 арок по 3 воздушные петли. После последнего столбика без накида здесь выполнили 8 воздушных петель, как обычно. И здесь в арку 3 воздушных петель мы уже провязываем наши столбики с одним накидом с общей вершиной. Раз, два, три воздушные и 3 столбика с одним накидом с общей вершиной сюда же. Четыре петли провязываем вместе. В этом месте у нас будет 6 подряд арок по 6 воздушных петель. Выполняем 6 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Столбик без накида в следующую арку. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида в следующую арку. Итак, провязываем 6 арок по 6 воздушных петель. Выполнили последнюю арку 6 воздушных петель, и далее уже в арку 3 воздушных петель идут наши столбики с одним накидом с общей вершиной. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 арок по 6 воздушных, и ананас все то же самое. Вяжем таким образом ряд до конца. 92 ряд. Соединительная петля в следующую арку 3 воздушных, 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, и 2 столбика с одним накидом, не завершенные в эту же арку. 3 петли вместе, 3 воздушные, 1, 2, 3, и 3 столбика с одним накидом с общей вершиной в эту же арку. 4 петли провязываем вместе. Здесь у нас все то же самое, 8 воздушных петель. И здесь провязываем 6 подряд арок по 3 воздушные. В следующую арку 3 воздушных столбик без накида, 3 воздушные, столбик без накида в следующую. И провяжем вот эти все арки. Провязали 6 арок по 3 воздушные петли. После последнего столбика без накида здесь мы, как обычно, выполнили 8 воздушных петель. И здесь в арку 3 воздушных петель мы провязываем наши группы столбиков с общей вершиной, как обычно. 3 столбика с одним накидом незавершенные, 4 петли провязываем вместе, 3 воздушные, 3 столбика с одним накидом с общей вершиной сюда же, в эту же арку. И здесь в этом ряду мы провязываем также арки по 6 воздушных петель. Их у нас будет уже 7 штук в этом ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида в следующую арку. 6 петель. Столбик без накида в следующую арку. И таким образом провязываем. Здесь у нас будет 7 арок по 6 воздушных петель. Затем идут, как обычно, наши группы столбиков. И уже провязываем наш ананас. Все. Вяжем таким образом ряд до конца. Отмечайте меня в Instagram хэштегом #вяжусдуду. Для меня ваша обратная связь очень важна, потому что я вам стараюсь давать максимально интересные и понятные мастер-классы. И вот как раз ваша обратная связь и помогает мне быть полезнее и понятнее. Я буду очень вам признателен за ваши лайки, за ваши комментарии. Я стараюсь в своих видео помогать вам создавать красивые работы. Ну а вы помогите мне лайком, комментарием, подпиской, если вдруг вы еще не подписаны. Здесь очень интересно, и я уверен, что на моем канале вы найдете для себя еще очень много классных мастер-классов. Также загляните ко мне в Instagram, там тоже красиво и интересно. Ну а с вами был я, Эд. До скорого!